получение табельного оружия, инструктаж, передача материалов о происшествиях от дежурного и за работу. Так начинается смена участкового оперуполномоченного. Александр Коновальцев на своем участке уже 12 лет. Знает практически каждого, кто проживает на веренной ему территории. Звоним гражданам, уточняем, что произошло, вызываем для дачи объяснения. Если там нет возможности человека сюда вызвать, то еду в адрес, попадаю в адрес, общаюсь, беру объяснение. Александр пришел на службу сразу после армии. Здесь работал его друг, да и среди родственников были полицейские. Майор полиции Коновальцев уверен, в профессии не ошибся. Мне нравится общение с людьми, нравится получать какой-то опыт, знания, информацию. И потом использовать это в своей служебной деятельности для раскрытия профилактики преступлений и правонарушений. Контингент для общения разный. Среди них и неблагополучные семьи, подучетные, те, кто попал в поле зрения полиции. Здесь требуются и навыки психолога, и хорошая физическая подготовка. В экстренных ситуациях умение обращаться с оружием. Внимание! Без учета времени, по своей мишени. Огонь! Чтобы не доводить до критических моментов, необходима ежедневная профилактическая работа с населением. Ведь предупрежден, значит вооружен. Проведите беседы со своими ближайшими родственниками, знакомыми, потому что очень часто у нас люди обращаются в последнее время с такими случаями. Да, пожилым страшно. Когда рядом такой представитель закона, можно спать спокойно. Александр напоминает, в любой непонятной или опасной ситуации следует незамедлительно обращаться в полицию. Когда реально получается помочь, вот именно быстро помочь, то от этого получаешь удовлетворение. Потому что ну, и человек благодарен, и смотришь на эту всю ситуацию, уже и хочется дальше работать. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».